Всем привет! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Ксюша, и я хочу поделиться с вами своей ежедневной рутиной, которую я выполняю обычно, еще не вставая с кровати. Как говорится, их выполнять бы ее лет так начать 10 назад, наверное, было бы все гораздо лучше. Но главное начинать делать это в любое время, в любом возрасте. Самое важное – это что-то делать. Начинаю я обычно с дыхания. Сейчас покажу. Я вдыхаю. Расправляя диафрагму, у меня очень надувается живот. Потом я выдыхаю. Живот у меня втягивается. Я начинаю вот такие вибрации. Я пальцами утопаю себе в ребра. Очень хорошо нормализуется перистальтика, живот начинает работать, дыхание формируется глубокое, и оно такое полное абсолютно, что легкие открываются, и грудная клетка, она расширяется. Далее я проделываю вот такие помпажные движения себе под мышками, чтобы лимфа начала работать и происходил ее отток. Вот сегодня я этого с утра не сделала, и, соответственно, сильный какой-то отек под глазами, потому что я, естественно, уже не молоденькая девочка, да, как говорится, спим, ложимся вовремя, нигде не гуляем, и все равно встаем, как будто пили и гуляли. Далее вот такими же помпажными движениями я прорабатываю над и под ключично-сосцевидной мышцей. Вот так вот. Вот так вот, легкими такими движениями. Можно делать вот такими еще движениями, как будто вот мы перетираем. Перетираем. Да, это вот так для таких новичков, как я. Далее я проделываю вот такое упражнение, как бы отщипываю свою грудину от кости. Стараюсь, да, отодрать. На самом деле это больно, но это очень нужное движение. Не жалеем себя, делаем. Это вот такое очень полезное движение, потому что мы с возрастом имеем такую специфику, когда у нас появляется заскорузлость и кожа прилипает к костям. Да, вот так. Ну, поделать можно вот так. Но это я сейчас это делаю как разминку перед ультразвуком. Я буду сейчас себе делать ультразвук. 100 лет не делала. Зачем покупала, непонятно. Лень, матушка. Не знаю, на самом деле, польза. Есть ли его или нет. Но делаем. Далее я проделываю вот такие массажные движения. Своего плечевого корпуса. Так, вот так вот. Чтобы усиливаю отток. Далее вот так прогоняю сюда лимфу. Прогоняю, чтобы ей свободно было стекать дорожку. Прокладываю ей холку свою немножечко наросшую. За последний год массирую таким валикообразным движением, как будто валик катаю какой-то, да? Подтягиваю платизму, вот так вытягиваю вот в одну сторону, под углом 45 градусов, руку поворачиваю, вот так, вытягиваю шею, вот. Вот грудина, ключично-сосцевидная мышца, вот здесь. Она у меня такая слабая, что я ее практически не улавливаю. Ее нужно поймать в определенном каком-то движении. Крепящие мышцы депрессора, да, нашего, здесь вот ключица.
чуть-чуть ее. Расслабить мышцы. У меня вот эти напряженные. Наверное, я в каком-то стрессе. Ну, мы сейчас все в стрессе. Так вот проделываю, да? Запрещают трогать щитовидку, но некоторые бьюти-косметологи или там доктора делают это. Такими движениями, как бы кадык свалили. Как у женщины есть кадык. Кости. Я немного это делаю. Далее околоушное пространство. Ставим вот так вот пальцы и массируем. В ушах, саму ушную раковину оттягиваем вот так вот. Вы можете это делать подольше. Немножечко лоб вот так вот подвигаем, что лоб прилипший, да, вот височный, височную зону. Вот так я делаю каждый день. Абсолютно каждый день вот эту пока штуку сниму. Хвостик не буду распускать. Обязательно массаж апоневрозы. Прямо отдираем скальпель от кости. Ну, конечно же, обязательно нужна зарядка. Обязательно нужна зарядка. Какие мы ленивые. По себе знаю просто. Лень матушка вперед меня родилась. Но мой организм кричит мне о том, что ты не можешь больше лениться. Ты не можешь больше лениться, иначе ты не сможешь ходить. Ты не сможешь ходить. Ну и, скажем так, всякие разные фишечки такие, что потряси руками-ногами, не вставая с кровати. Пока ты идешь в душ, пройдись на цыпочках. Обязательно лежа еще сделай массаж стоп. Плюс некоторые упражнения, которые можно проделывать еще лежа, сидя на кровати, на раскрытии грудного отдела. Потянуть плечи, шею, повытягивать шею. Ваш организм будет вам благодарен. Большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. Спасибо огромное. С любовью для вас. Здесь была Ксюша. И до встречи на этом же канале.